Гази-Паша. Небольшой город на юге Турции с населением всего 50 тысяч человек, но с большими перспективами роста туристической индустрии. Гази-Паша – это не только город, это еще и международный аэропорт, который принимает рейсы из Европы, России и Украины. Расположен он всего в 30 минутах езды от центра Алании и набирает популярность не только у местных жителей, но и у иностранных инвесторов. Гази-Паша – это живописный город, который находится в объятиях Таросских гор, с шикарными пляжами, лазурными бухтами и огромным историческим наследием. Скалистая береговая линия, покрытая сосновыми лесами, прячет невероятно красивые дикие пляжи с песчаными берегами и чистейшей водой. Гази-Паша – это одно из редких мест, где природа еще сохраняет свой потрясающий первозданный вид. На сегодня Гази-Пашу, конечно, сложно сравнивать с туристической Аланией. Здесь преимущественно развито сельское хозяйство. Именно на территории Гази-Паши выращивают экологически чистые овощи и фрукты, которые продают на аланийских фермерских рынках. Помимо инвестиций в сельское хозяйство, начались инвестиции в строительство новых жилых комплексов и отелей. Буквально за несколько последних лет выросла центральная улица города, открылись новые магазины, кафе и рестораны, а городская набережная превратилась в шикарный променад с кафе и ресторанами у воды. Из-за того, что Алания очень плотно застроена и больших кусков земли близко к морю не осталось, активными темпами идет покупка земли в Гази-Паше. Иностранные инвесторы скупают землю в Гази-Паше для дальнейшего строительства. Кто-то же предпочитает уже готовые комплексы и квартиры. Безусловно, есть ценители живописных видов и умиротворяющего уединения, которые приобретают виллы с большими земельными участками на первой береговой линии. Ценовой диапазон предложений совершенно разный. Компания RES Property сможет найти самый лучший вариант именно для вас и на самых выгодных условиях.